20 вопросов о Великой Отечественной войне и 5 о родном крае. 27 апреля жители Самарской области напишут диктант Победы. Для этого приготовили 1028 площадок в регионе. Они смогут принять более 45 тысяч участников тестирования. Самарская область у нас всегда была в лидерах по проведению диктанта и по количеству участников, и по количеству площадок. В этом году мы также в лидерах. И поэтому количество участников, количество площадок у нас только увеличивается. Впервые диктант пройдет в Самарском доме молодежи, здании ретро-почты, этнопарке Дружбы народов и в нескольких корпусах педагогического университета. Сам диктант важен, как такая, такое, знаете, событие в сфере, но потом мы еще обязательно договорились, что и разберем задание, и посмотрим, возможно, фильмы, или попоем песни. То есть это будет такое большое образовательное, в том числе, событие для студентов, для преподавателей и вообще для всей жизни нашего университета. Зарегистрироваться на диктант Победы можно на сайте онлайн, а можно и на той площадке, где будет проходить тестирование. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.